друзья, мы сегодня собрались на этот пикет в поддержку всех, кого позавчера захватили на улицах Москвы, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Владивостока. Таких людей по стране набралось несколько тысяч человек. Мы все выступаем в их поддержку. Практически все оппозиционные партии нашей страны предоставили своих юристов для того, чтобы защищать интересы людей, которых несправедливо посадили в кутузку. Но кроме этих людей, в нашей стране более сотни политических заключенных. Один из них Кирилл Бобро. 10 дней назад в Ставрополе к нему рано утром пришла милиция с обыском. Они в течение часа взламывали дверь в его квартиру. А потом в этой квартире нашли наркотики. И гашиш нашли, и марихуану нашли, и что-то еще нашли. И, ну вот мне подсказывают, что еще и героин нашли. Кирилл Бобро никогда не был замечен в связях с наркотиками. Он их не употреблял, не торговал. Совершенно очевидно, что их ему подбросили. Поэтому я прошу всех сфотографироваться вот с этим плакатом сегодня. Спасибо. Thank you.